Здрасте, здрасте, с вами Даня Крастер, а значит будем DIY-ить, так что мама не горюй. Короче, мне кажется, в этом выпуске совершенно не обязательно рассказывать о всяких моментах и премудростях, поэтому про всякие штуки и нюансы я буду говорить действительно немного. Звуковая дорожка не будет соответствовать видеоряду, да и вообще. Меня давно не было, я буду просто вещать по ту сторону экрана, как сраное радио. Надеюсь, вам все понравится. Я же, блять, старался, черт возьми. Короче, делать мы будем метатель циркулярных пил, идею, к сожалению, придумал не я, но, как вы знаете, я очень добросовестно отношусь к умственному труду. Скорее всего, это ручное оружие из какой-нибудь игры про постапокалипсис, а так как я в душе не бум-бум из какой, просто скажу, что скопипиздил идею у американского пацана, который крафтит подобные вещи in his garage. Типа Weekend Project, Backyard, Weekend и прочее дерьмо. В целом, у него неплохой канал, но называть я его не буду, потому что где мои деньги? Делая все это дерьмо, в определенный момент я понял, что ручка получилась дьявольски широкой и решил пильнуть ее. Вообще, я подумал сделать длинную ручку из черенка от лопаты, дабы развить максимальную скорость пилы, но чё-то как-то не срослось. Собственно, из чего состоит весь агрегат? А всего-навсего из двух фанер, стенок, и одной фанерки прослойки. Ни хрена сложного. Стягивать все пироги я решил при помощи саморезов. Можно, конечно, было проклеить столяркой, но... Мать вашу, кому нахер это надо? Угарный, сука, меч должен быть сделан дерьмово. И я сейчас не шучу. У нас апокалипсис или хули? После пары тестов я понял, что это ну просто пиздец какая тяжелая, даже для такого раскачанного котчика, как я, штука. Сразу же в этот миг было принято решение облегчить всю конструкцию путем высверливания двадцаткой кучу отверстий на протяжении всего клинка. Я почти сдох, пока говорил. Да, кстати, где-то в видосе буду отпиливать рейки от этого меча на стрёмном столе. Так вот, этот стол не что иное, как распиловочный станок. Чтоб его. Который сделан на основе дерьмовой циркулярки, о котором, я думаю, тоже, наверное, может быть, стоит снять видос. Но не факт. Отверстие после сверления надо было обработать в целях эстетических, а с внутренней стороны все сколы и пиздецы, которые настали в фанере, явно мешали нормальному перемещению диска.
На пайке из твердого сплава, как ни странно, запросто отламываются пассатижами. Теперь у меня дикое опасение, что одна из этих бледот отлетит мне в личико при пилении очередного бруса. Надо что-то с этим будет сделать, ну да ладно. Собственно, зачем я решил избавиться от них? А потому что они трудно стачивались, а я в свою очередь решил заточить весь диск по перинке. После всех этих нехитрых приготовлений можно приступить к тесту всего метательного приспособления. Короче говоря, штука прикольная, но, мать его, очень долго надо задрачивать бросок. Как оружие явно не канает, тебя быстрее съедят зомбари или захуярят выжившие обрезком трубы, если говорить о постапокалипсисе. Тем не менее, достаточно угарно можно провести время. С вами был Даник Растер, пока.